Для кого было новым то, что сказал мужчина? Ведь смотрите, когда мужчина говорит, что он готов меняться, вы когда-нибудь слышали такое, что мужчина готов меняться? А? То, что мужчины сами не знают, чего хотят? Ага, Н. Хороший ответ. Хороший ответ. Смотрите. Смотрите. Мужчина говорит о том, что он готов меняться. В каких случаях он сказал об этом? Когда отношения выстроены таким образом. Да, когда он любит, а почему утрачено? Помните, он сказал то, что 2 года утрачена романтика, утрачены чувства, а что мне делать? Ну что, вот так вот из себя выжить? Ну принесу я букет цветов, а дальше что? То есть от кого зависит, чтобы любовь сохранялась в отношениях? Когда любит, когда отношения ценные, мужчине необходимо постоянно завоевывать женщину, если она сразу себя показала, она перестает ему интересной, она должна оставаться загадкой неизвестной планеты, которую мы... Вы знаете что, вот про загадку бы хотелось побольше узнать, потому что все говорят, нужно быть загадкой. А очень часто так получается, что мужчина раз толкнулся, туда толкнулся, там загадка, здесь загадка. Вот, да ну вас в баню, женщины, надоели мне вы со своими загадками. А вот так мы остаемся одинокими загадками. Да, то, что женщина готова для него на многое, ему не интересно. Да, от женщины зависит, если женщины должны быть мозги, а не загадки. Да, 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 вы знаете, что нужно знать, как строить отношения, которые будут всегда иметь притягательную силу, в которых мужчина будет чувствовать вот этот магнетизм, и ради которого он будет оставаться в этих отношениях. Ведь в конце он сказал... Женщина должна быть сексуально привлекательной. Да сексуальны мы, сексуальны. Ну так мы сексуальны, что и ужин на крыше. Нет, нет, дорогие мои, вы ничего об отношениях не знаете. Простите, я должна констатировать факт. Вы ничего об отношениях не знаете. Давайте мы перейдем к нашему вопросу. И победитель получает приз. И мы быстренько двигаемся к следующему интервью, потому что наше... Итак, почему мужчина боится влюбиться? Что за этим стоит? Он хочет любить, правильно? Мы сейчас из интервью видим это совершенно отчетливо. Мужчина хочет его любить. Окружает женщина, готова ему все дать. Все, материальное благо, все, живи только радуйся и наслаждайся. Не хочет мужчина, не покупается мужчина на материальное благо. Да, женщина напористая и этим отталкивает его, совершенно верно. Извините. Скажите, есть ли сегодня какие-то варианты ответов на вопрос, почему мужчина боится влюбиться? Все об этом говорят, но никто не задается вопросом, а почему? Страх сделать неверный выбор и взять не то. Близко. Тепло, Татьяна. Вы случайно не из моих вебинаров?
Потому что если вы из моих вебинаров, вы опять поэтому получите... Ему не хочется вкладываться. Нет, ослепнуть от любви. Да, послушайте, мужчина счастлив ослепнуть от любви. Мужчина счастлив. Спросите любого мужчину, хочешь ли ты полюбить, чтобы так на всю жизнь? Чтобы женщина, вот я у этого мужчины, который, кстати, уже, так скажем, не молоденький, но уже такой зрелая личность, плюс поэт, плюс интересен, плюс умеет романтику создать, плюс все. Сколько женщин и не может найти, что мужчина ищет? Он боится потерять свою независимость. Я вас умоляю, не боится он терять независимость. Он готов с нею расстаться, ему нужно знать ради чего. Потерять свободу, простите меня, пожалуйста, мужчина готов потерять свободу, он должен знать ради чего. Женщина слишком агрессивно хочет... У меня для вас на выбор одно интервью с женщиной, которая построила взаимоотношения и благополучно вышла замуж, используя знания теории любви, как это у нее получилось, хотя отношения были вообще просто, никакой перспективы не обещали. И другая женщина, которая в данный момент строит взаимоотношения.